Всем привет! Сегодня я хотела бы в своем видеоуроке показать, как вязать вот такую замечательную манишку. Она по размерам подходит от годика до 300%. Итак, я вам сейчас покажу, как она выглядит в развернутом виде. И также расскажу вам, какой метраж она имеет, сколько она в сантиметрах. Вот так в развернутом виде она выглядит, довольно-таки замечательно, ровненько. То есть вот здесь на пуговичках. Можете сделать мягкие пуговички, более такие как бы вывязанные. Допустим, кольцами амигуруми сделаете там столбиками без знаки, да вот вам и пуговичка. Ну это так, к примеру. Кому кажется жестковатые обычные пуговички. Можете сделать 3 пуговички, но побольше. Хотите, сделайте просто 2 пуговички. Ну, 2 пуговички, мне кажется, это мало довольно-таки. Здесь мы делали, смотрите, петелечки. Связана она из 3 этапов. Резинка 2 на 2 вывязывается, параллельно вывязывается к ней петелечки, вот так в ней. Затем мы делим на регланную часть и вяжем регланным способом. Вот видите, 3 регланные линии постепенно прибавляли. И завершение обвязка. Вот из таких легких этапов она состоит. Она очень просто в выполнении. Вы даже себе, ну, скажем так, не представляете, насколько просто. Потому что вы, когда начнете ее вязать, вы увидите, что проще просто не может быть. Если вы хотите, допустим, делать дельную, то я вам предлагаю набрать все-таки немножечко больше петель, чем мы набирали. Мы набирали 78 здесь. То я вам предлагаю набрать более, чтобы шея помещалась. Ну, то есть не только шея, голова пролазила, я бы сказала. И делать ее обязательно за воротом. Почему за воротом? Потому что если вы делаете, ну, допустим, у ребенка голова 50, окружность 50, допустим, 50 сантиметров, там 52, то если вы сделаете здесь ширину 50, то на шее у вас будет такой хомут здоровый. И вам обязательно нужно его как-то уменьшить. То вот такой вот заворот, я бы сказала, пошире немножечко, чем я показываю, он вам уменьшит объем. Поэтому все-таки я вам предлагаю связать вместе со мной именно на пуговичках. Я же говорю, не все дети любят одеваться, и не все дети любят голову просовывать в этот, как сказать, воротник. В общем, не любят. А эта манижечка довольно-таки проста в выполнении. Очень проста, скажем, в обвязывании, в выполнении всего. Просто пуговички пришиваете на ребеночка, одеваете в развернутом виде. И как кофточку вот вы ее одеваете, вот так вот застегиваете. Я думаю, что вам мой видеоурок понравится. Я надеюсь, что он вам поможет. И ваши детки будут расти в тепле, здоровые. Желательно я вам посоветую, вяжите из такой мягкой, нежной пряжи на ощупь, чтобы ребенку не кололось, потому что это шея. И, ну, как бы хочется более нежнее, чтобы не вызывало раздражений. Поэтому я вам советую вяжите либо как я вязала, допустим, из пряжи Alize Lana Gold Fine, либо вяжите из Alize Baby Wool, ну то есть что-то такое нежное, может даже с составом бамбука, эластичное такое максимально. У меня ниточка здесь хорошо тянется, поэтому у меня здесь манишка как на годик, так и на, еще раз повторюсь, 3. Итак, я вам обещала ее размеры досконально. Вот. Смотрите, я беру сантиметр и растягиваю не сильно. То есть вот не сильно я растягиваю свою резиночку, она уже 31. То есть на полную ее растяжку я не хочу сильно растягивать. Не в растянутом виде, вот она 27. То есть как годовалого ребенка, там 26-27 сантиметров. Горлышко, то есть вот видите, она в нерастянутом виде, ну то есть довольно таки аккуратненько выглядит. Здесь грудочка будет закрыта, хотите, свяжите подлиннее. Не обязательно вязать красную, черную. Это я вязала под шапочку Мини Маус, такую манижечку под шапочку, поэтому я вязала в таких тонах. Я вам советую вязать более к
красочных, ярких тонах, так как это детская вещь. В общем, если вам понравилось, вяжите вместе со мной. Для вязания манишки нам понадобится пряжа. Я за основной цвет взяла красный Lana Gold Fine и черного цвета для обвязки я взяла. У меня будет манишка под шапочку, поэтому я буду вязать вот такими цветами. Вы можете взять любую пряжу. У меня пряжа 390 метров 100 граммов. Также нам понадобятся спицы. Я взяла троечку с половиной номер. Крючок для заправки и обвязки я взяла полтора. И 4 пуговички взяла небольшие. Либо возьмите 3 пуговицы, но больше по диаметру. И, соответственно, будете делать 3 дырочки для пуговиц. Итак, начнем. Набираем 78 петель. Классическим способом, но первые две я наберу на одну спицу для того, чтобы был не растянутый край. Приставляю потом вторую и продолжаю набирать 3, 4, 5, 6, 7, 8. И так самостоятельно нам нужно набрать 78 петель. Вот я набрала 78 петель и теперь вытаскиваю одну спицу. Но будьте внимательны, мы набирали 2 первые петли. Вытягиваем другую спицу, ну, то есть, чтобы те две петли остались на спице. И вяжем первый ряд. Первую кромочную снимаете. Теперь следующие две вяжете изнаночными. Следующие две лицевыми. Теперь снова 2 изнаночных, 2 лицевых. 2 изнаночных, 2 лицевых. 2 изнаночных. 2 лицевых. И так нужно нам провязать до конца ряда, чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные. До конца ряда довязываете. 2 лицевые, 2 изнаночные. До конца ряда. Кромочную последнюю провязываем изнаночной. Разворачиваем наше вязание и теперь вяжем по рисунку. Первая кромочная снимается, 2 изнаночные, значит вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, вяжем 2 лицевые. Таким образом, чередуя 2 изнаночные, 2 лицевые по рисунку, мы формируем резинку 2 на 2. И вяжем до конца изнаночные под изнаночными, лицевые под лицевыми. Кромочную петлю не забывайте провязывайте изнаночной. Переворачиваете третий ряд, кромочная снимаете, 2 изнаночные. Теперь мы будем формировать петелечку. Мы 2 лицевые наши провязываем одной лицевой, но перед этим делаем такой накид. Теперь делали накид, лицевую провязали 2 вместе. И дальше продолжаем провязывать резинку 2 на 2. Лицевые над лицевыми, изнаночными над изнаночными, чередуя так до конца ряда. Кромочную снова провязываете изнаночной и переворачиваете наше вязание. Теперь этот ряд мы провязываем без изменений до нашего убавления и нашей воздушной такой вот петельки, накида нашего. Так, провязывайте почти до конца ряда. Резинку 2 на 2 формируете, продолжаете. Вот мы и дошли до нашей петелечки. Итак, провязываем первую изнаночную. Накид провязываем изнаночной. Две последние провязываем лицевой. И кромочная, и изнаночная. И так мы таким образом сделали вот такую вот дырочку, петелечку нашу. И вот этой петелечке нам нужно провязать резинки 3 сантиметра. Вот я провязала, получилось даже 3,5 у меня. Ну, чем выше, в принципе, тем лучше, больше горлышко закрыто. Так как я не делаю с заворотом, то я максимально под горлышко делаю. Мы закончили с изнаночной стороны, где мы делаем петелечку. Итак, делаем то же самое, что мы делали в первый раз.
провязываем 2 изнаночные, делаем накид, 2 лицевые вместе и продолжаем дальше так вязать до конца ряда, формируя снова резинку 2 на 2, продолжаем ее вязать. До конца ряда последняя кромочная. Начиная новый ряд, мы продолжаем наше вязание до момента, когда мы делали вот эту вот петелечку изнаночную, то есть ту лицевую, и наш накид, то есть до формирования нашей петельки. Вот мы снова подошли к тому месту, когда нам нужно, которая была у нас лицевой с той стороны. С этой стороны она изнаночная. Мы снова ее вяжем изнаночной. По рисунку мы накид вяжем изнаночной. Вот как резиночка идет. 2 лицевые. И последняя кромочная изнаночная. Теперь, после того, как мы провязали вот эти две дырочки, нам нужно теперь провязать, вот получается, это первая будет. Первый ряд, второй ряд. Третий и четвертый. В общем, нам нужно закончить снова с изнаночной стороны. То есть вы сейчас делаете 4 ряда, и мы продолжим с вами. Вот я довязала 4 ряда и закончила, обратите внимание, с изнаночной стороны. Вот они, наши 2 петелечки. И будем сейчас вязать с изнанки. У нас на спицах 78 петель. То есть вот 78 петель всего. Вот он наш круг манишки, который мы сейчас в развернутом виде вот так вот держим. Мы его совместим в круг и делим на 4 вот такие вот части. Итак, здесь у нас получается наши петелечки вот эти. Здесь мы пришьем пуговички. Вот она наша сторона в развернутом виде. Итак, наши регланные линии, вот эти вот, первая, вторая и третья, здесь у нас будет разрыв, то есть две стороны, здесь разрыв. Здесь регланные линии будут состоять из 2 петель. То есть из этих 78 мы 6 забрали на регланные линии. Распределим таким образом. Здесь получается 19 петель. С этой стороны 19 петель. Из них по одной уходит на кромочную. С этих же сторон мы берем по 17 петель. То есть 19 и 19 это получается 38 петель. 17 и 17 это 34. И 6 на регланные линии 3 стороны по 2. Вот таким образом мы поделили нашу манишку регланным способом будем вязать. Итак, начинаем с изнаночной стороны. У нас от наших петелек идет 19, от наших петелек для пуговиц идет 19 петель. Мы провязываем лицевыми. Но для того, чтобы здесь не портить вот этот рисунок, вот этот первый наш такой вот столбик, скажем, вот так вот, из 2 лицевых. Я его так и продолжу, для того, чтобы не заворачивался край. Поэтому я первые 2 петли, кромочную сниму, первые 2 петли так и провяжу изнаночными. Остальные я буду вязать лицевыми. То есть мы сейчас провязали 3, 4, 5 вяжем лицевыми, 6, 7 лицевыми, 8, 9 лицевыми, 10, 11 и так далее. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Мы провязали наших 19 петель первых вот этих вот. Теперь у нас регланная линия. 2 петли. Мы ее провязываем изнанкой. 1, 2. Смотрите, чтобы у вас не были перекрещенные петли. Теперь 17. Следующая у нас получается между регланными линиями промежуток 17 петель. Мы провязываем их снова лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Провязали 17 петель и снова регланная линия. Мы провязываем 2 изнаночные. Теперь снова 17 петель между регланными линиями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 лицевых и регланная линия 2 изнаночные. После регланной линии у нас идет снова 19 петель. Мы их провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 кромочная. Вот мы с вами начали наш реглан расширения. Теперь мы убираем нашу схемку и будем вязать следующим образом. Так как у меня самый легкий узор взят за основу, изнаночные лицевые, лицевая гладь с внутренней стороны у нас будет, так я и буду продолжать. Мы провязываем полностью все петли, первые 19, изнаночными по рисунку. Ничего не меняем. Вот, мы провязываем все 19 петель изнанкой нашей. Кромочную не забывайте. Первую снимаете, последнюю провязываете изнаночной. Мы подошли к двум лицевым петлям, к нашим регланным линиям. Зацепляем их двух, так вот, как лицевую провязываем. Делаем накид. Но смотрите, обратите внимание, мы не снимаем. Делаем накид. И снова заводим и выводим лицевую. То есть из двух петелек наших мы сделали 3. Теперь дальше. Снова продолжаем вязать наши 17 петелек изнанкой до наших регланных линий. Так, все полностью изнаночкой 17. Вот мы дошли снова до регланной линии. И снова из двух петелечек будем вывязывать 3. Лицевую делаем, не снимая. Накид. Снова заводим и делаем лицевую. Снова у нас 3. И провязываем изнанку. 17 снова наших петель. До регланной линии. Полностью 17 петель изнанки. И вот снова наша регланная линия, 2 лицевые. Снова из двух вывязываем 3. Делаем лицевую, накид и снова лицевую выводим. И до конца ряда вяжем изнаночные. Кроме наших предпоследних двух лицевых, вяжем лицевыми. Я вам еще раз повторюсь, для того, чтобы вот этот край не заворачивался. Последнюю кромочную провязываете изнаночной. Перевернув на изнаночную сторону, мы снова дошли до того момента, когда нужно сделать петелечку. То есть провязали 3,5 сантиметра. Поэтому первую снимаете, 2 изнаночные провязываете, делаете накид и 2 лицевые провязываете вместе. Все как делали прошлые 2 раза. Вот так. Теперь продолжаете до нашей регланной линии, до 5 наших петель, продолжайте вязать лицевыми петлями. То есть все без изменений. Продолжайте вязание нашей лицевой глади. Дойдя до регланной линии, у нас, как вы видите, уже 5 петель. Поэтому мы постепенно с лицевой стороны будем прибавлять 5 петли, прибавлять петли, а с изнаночной стороны ввязывать их в основное вязание. То есть из 5 мы первую петлю провязываем лицевой, 3 изнаночных,
последнюю лицевой. И продолжаем снова вязать лицевыми петлями без изменения до следующей регланной линии. Уже мы, получается, ввязали в основное вязание 2 петли. И сейчас дошли до следующей регланной линии. Из 5 провязываем первую лицевую, 3 изнаночных следующих, и снова лицевую последнюю. И снова до регланной линии вяжем без изменения лицевой гладью. Вот. Наши 17 петелек лицевыми. Снова из 5 первая лицевая, 3 средних изнаночными и последняя лицевая. И снова до конца ряда, кроме кромочной, мы провязываем все лицевые петли. Продолжаете вязать лицевой гладью. Кромочная и изнаночная. Переворачиваете на лицевую сторону. И теперь делаете следующим образом. Первая кромочная. Последующие изнаночные до регланной линии без изменения. Теперь у нас их получается не 19, а 20, так как мы одну уже с изнаночной стороны прибавили с регланной линии. Вот мы их провязали. И у нас снова регланные 3. Мы с них вывязываем 5. То есть захватываем, делаем лицевую, не снимая накид. Снова вводим лицевая, накид. И лицевая полностью снимаем. То есть из 3 снова делаем 5. И последующие изнаночные. Их у нас уже не 17, а с двух сторон мы еще прибавили по 2. По одной, точнее, 2 раза. То у нас их здесь 19 уже. Хотите, считайте, но если вы уверены, что вы нигде не ошибаетесь, не пропускаете, то можете не считать. Снова дошли до регланной линии. Из 3 вывязываем 5. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаете. И снова до следующей регланной линии вывязываете изнаночные. То есть, как я вам уже говорила, с лицевой стороны мы из 3 вывязываем 5, с изнаночной стороны мы 2 крайние из 5 ввязываем в основное вязание, то есть вяжем лицевой. Средние 3 вяжем изнаночные. Итак, этот мотив, снова вот регланная линия, из 3 5 вывязываем, 1, 2, 3, 4, 5. Этот мотив будет повторяться, как вы видите, от начала до конца. Какое расширение вам нужно будет, какая, скажем, манишка по распределению груди, по высоте груди, или как вам объяснить. Вот. Снова вяжете, вот, доходите до нашей петельки, провязываете изнаночной, 2 предпоследние. Лицевые и кромочная, изнаночная. Итак, смотрите, мы в этом ряду снова из 3 вывязали 5, то есть прибавили еще по 2 петли в обе стороны и сделали нашу третью петельку. Дальше с изнаночной стороны переворачиваете и продолжаете. Все по старому принципу. Вяжете все изнаночные, 2 изнаночные. Первые. Теперь до регланной линии все полностью петли лицевые, без изменения. Они будут у вас крайне прибавляться, где петли и пуговицы, по одной петле. А средние будут прибавляться по одной петле, но с каждой стороны, то есть по 2 петли. И смотрите, снова мы дошли до регланной линии. Из 5 провязываем первую лицевую, ввязываем в основное вязание стороны. 3 изнаночные.
снова лицевая. И так до следующей регланной линии. Все повторяется, как вы видите. Делаете начало, рассчитываете и потом просто вывязываете из 2 в 3, а потом из 3 в 5 в разные стороны ввязываете. Снова с лицевой стороны из 3 в 5, с изнаночной в стороны распределяете из 3 в 5 и так далее. Как вы поняли, принцип реглана, вот смотрите, снова первая лицевая, 3 изнаночных и 5 лицевая. Принцип очень простой, без всяких, как говорится, выкрутасов, все очень просто. Я думаю, справится даже новенький вязальник. Я сама вязание не так давно, честно вам скажу, но это мне дается очень хорошо и легко. Вот. Теперь вы снова довязали до регланной линии. Первая петля лицевая, 3 средних изнаночных и последняя лицевая. И до конца ряда провязываете лицевые петли, последняя изнаночная. Вот я перевернула свое вязание на лицевую сторону и хочу поменять ниточку. Я не буду слишком коротко обрезать, так как этим цветом я потом могу пришить пуговицы, поэтому я обрезаю ее подлиннее, присоединяю также край, не слишком короткий, чтобы точно так же пришить пуговицы им, вот так вот узелком небольшим, вот тут. Присоединила край и продолжаю вязать. Можно, конечно, для идеала присоединить, скажем, наш край и провязать его черным цветом. То есть вот этот получается кромочную с той стороны, мы ее сделаем черненькой, чтобы вот поменять цвет красиво. И продолжаем вязать. Снова вот эти петли наши все будут изнаночные до регланной линии. Вот так вот. Все полностью делаю изнаночный, все как всегда, и снова дойдя до регланной линии нашей, я из 3 вывязываю 5, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, и все получается из 3 сделала снова 5. У нас получается такая оригинальная елочка. Думаю, если делать ее аккуратненько, то будет довольно-таки аккуратно. И продолжаю вязать наши изнаночные до следующей регланной линии. Если хотите, делайте, продолжайте однотонную манишку. То есть это не так принципиально. Я делаю ее под свою такую шапочку детскую, мини-маус. Поэтому я делаю в качестве шарфика, делаю эту манишку. Она у меня черно-классная, поэтому я тоже делаю черно-классную манишку. Снова дошли до регланной линии. И из 3 делаем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И оставшиеся делаем изнаночные снова до регланной линии. Таким образом, вам нужно прибавлять лицевой стороны и ввязывать постепенно с изнаночной стороны до тех пор, пока вы не решите, что вам высота манишки на грудку, то есть достаточно. Я буду делать ее не слишком широкой, так как это детская, в принципе. Можно сделать ее и пониже, конечно. Ну, в принципе, как вы решите. То есть хотите, делайте ее по грудь более. Снова вот смотрите, из 3, 1, 2, 3, 4, 5. Хотите, делайте ее более, я же говорю, длиннее по грудку ребенку. Хотите, делайте просто, чтобы закрыть как бы высоту, так скажем, разреза футболочки или безрукавочки. Вот. Я не буду слишком длинную делать детскую. Кто хочет, немного,
немножечко наберите пошире саму основу, разделите на 4 спицы и вяжите по кругу, либо на круговых спицах. Но я, если честно говоря, то мне нравится больше на пуговичках, так как ребенок, ну, не все дети любят, как говорится, одевать там свитера и все остальное, то в принципе мне с пуговичками, честно говоря, нравится больше. Итак, делаете высоту манишки вот этой самой ширины до грудки. Какой вы считаете нужной? Ну, в принципе, можно ее сделать сантиметров, не знаю, можете 7 сантиметров. Хотите, сделайте такую же, как здесь, высоту горлышка 8 сантиметров, то есть 8 и 8. У вас всего получится манишка 16. Ну, то есть смотрите на свое усмотрение, вяжите, как вам хочется. Когда наберете высоту, я вам покажу, как закончить. Обязательно не забывайте, по мере того, как будете вязать, провязав здесь снова 3,5 сантиметра, сделать снова дырочку, если это необходимо по вашей длине. Если же вы будете здесь уже более заканчивать, там еще сантиметр, то я думаю, что так будет достаточно 3 дырочки. Вот я довязала до нужной мне длины нашу манишку и перевернула на лицевую сторону. Теперь же я переодела с левой на правую спицу, для того, чтобы вот у меня окончание ниточки, для того, чтобы закончить. Вот смотрите, у меня здесь ничего нет и пустой край. Теперь мы разворачиваем вот этой стороной, берем крючок и, снимая постепенно вот эти вот петли крайние, мы одну продеваем через вторую, то есть предпоследнюю, подпоследнюю, предпоследнюю, подпоследнюю и так далее. Вот смотрите, вот таким обычным способом, вот так вот, сквозь предпоследнюю, сквозь последнюю, предпоследнюю, сквозь последнюю. Как бы делаем соединительную петлю крючком. Вот так вот. Вдеваю одну, сквозь вторую продеваю. Одну, сквозь вторую. Одну, сквозь вторую. Мне этот способ закрывания петель нравится гораздо больше, чем провязывать две и возвращать. Ну, то есть классический способ, честно говоря, мне не очень нравится, что потом получается. Такой шов, честно говоря, не очень мне нравится. А здесь получается просто закрытие вот такое ровное петель. Вот, получается такая скромная, обычная косичка. Вот я сделала последнюю, четвертую нашу петельку. Через 3,5 сантиметра, как я вам говорила. Закрываю петли. Можно было, конечно, еще пару рядов провязать, но, честно говоря, мне этой длины более чем достаточно. У меня детская манишка. Вот. И вот таким образом делайте сквозь все-все петельки. Вот мы дошли до регланной линии. И точно так же по очереди так вот продеваете сквозь друг дружку. Получается постепенное закругление. Там получается не угол, а такой, как закругление. Сейчас мы закончим, и вы увидите, что получится. Так продеваете до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда, до последней петелечки. Теперь в эту петелечку делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И втыкаю в третью, получается, петелечку. Как я вижу, что третья, там у меня волны. Вот вы, если обратите внимание, вот волны через волну. То есть 1, 2, 3 через волну. Столбик без накида. 1, 2, 3 через волну. Столбик без накида. Волна — это петелька. И снова 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Вот таким образом я закончу свою манишку.
Вот такие веерочки у меня получаются с дырочками красиво. Такие веерочки можно сделать как на манишках для девочки, так и на манишках для мальчика. Если хотите, можете краешек закончить рачьим шагом. Но начинать нужно будет со следующей, с другой стороны, не с этой, а с другой, так как рачий шаг идет наоборот, то есть слева направо. Вот такими веерочками я хочу закончить свою манишку. Итак, я продолжаю. 1, 2, 3 через петельку. Столбик без накида. 1, 2, 3 через петельку. Снова столбик без накида. Вот так вот. Петелечки я вижу благодаря вот этим своим 1, 2, 3 волнам. То есть здесь вот волны, я их вижу. Если вам не видно волны, хотите, переворачивайте. То есть вот здесь вам хорошо видна косичка. Хотите, пропускайте просто одну косичку. 1, 2, 3 через косичку. То есть переворачивайте, и вот она у вас. Так вот. 1, 2, 3 через косичку. Здесь мне нравится, чем заканчивать таким образом. Здесь невозможно, ну, как сделать ни ошибки, ну как бы... Очень край ровный такой, петли одинаковые. Если вы начнете заканчивать таким классическим способом, как вот это я вам говорила, что две вместе провязываете, возвращаете, снова две вместе возвращаете, то там петли при вязании могут быть разные. То есть не обязательно у всех получается вот такая гладь, как у меня. Ну, то есть это выработано, скажем, я вам честно говорю, с практикой. То есть ни у кого одинаковых петель ровно, идеально с первого раза не получится. То почему я и вам предлагаю сделать изнаночными петлями лицевую сторону? Они, даже если вы будете здесь неровно вязать, они будут у вас все равно идеально красивыми. И вот таким веерочком вы обвязываете полностью весь край до конца. Вот я закончила провязывать свой ряд веерочков до конца. У меня получился вот такой замечательный обработанный край, как на мой взгляд. Если вам не слишком подходит этот вариант, я же вам говорю, можно, повторюсь еще раз, обработать край рачьим швом. Мне осталось лишь только своими остатками ниточек, вот этими, что я оставляла, пришить пуговички на уровне дырочек, петелечек и спрятать вот эти кончики, вот эти ниточек. Убрать, обрезать все. Также я немножечко бы вот здесь вот хотела прогладить, буквально еле-еле паром, не дотрагиваясь, либо через марлечку, в общем, вот этот вот сам краешек, где мои веерочки. То есть он немножко загинается, так как это лицевая гладь, она загинается. Все у вас должно получиться аккуратненько, красивенько. Поэтому я надеюсь, что вам мой видеоурок помог и понравился. Если понравилось, вам ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!